Ми ж сьогодні поговоримо про те, як підібрати правильно ці шкарпетки. Зрозуміла річ, у Гройсмана є величезна кількість помічників, які і підшуковують ці шкарпетки. У нас же є наш ранковий гість, який допоможе вам дізнатися, як правильно підбирати термобілизну для зимового періоду. Тому, якщо вас турбує ця тема і у вас є чимала кількість запитань, пишіть нам у Вайбері, у Фейсбуці або телефонуйте до студії. Наш ранковий гість про все це вам розкаже. А поки що не перемикайтеся. Далі у нас ранковий гість у студії. Отже, рухаємося далі і пропонуємо прямо зараз вам дізнатися все про термобілизну. В нашій студії директор магазину туристичного знаряддя Сергій Філін. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Итак, если мы говорим о термобелье, на сегодняшний день изобилие, на самом деле, выбора разного производства, как украинского внутренний рынок, да, так и с Европы, кто-то с Америки привозит, транспортирует и так далее. Много китайских вариаций, но главное купить все-таки качественное, потому что это вот та одежда, которую мы носим ближе всего к своему телу, ну и не хотелось бы, чтобы были какие-то раздражения, либо негативные какое-то, да, влияние. Если мы говорим о термобелье, есть ли разница для спорта, для носки в рамках города, просто, не знаю, там, для ежедневного использования, как здесь распределить, или все одно и то же? Ну, доброе утро еще раз всем. Я хотел бы сказать, что у нас очень часто бывают как раз ошибки с покупкой термобелья из-за самого названия. То есть термобелье – это, ну, не совсем корректное название данного продукта. Правильно оно называется вообще – функциональное белье. Открываем для себя сегодня Америку, да? Да. Термобелье – это название, которое распространено в Украине, в Белоруссии, России, то есть в бывших странах СНГ. В Европе, в Америке оно всегда называется функциональное белье. То есть определенная функция, да? Да. Какие функции, если мы говорим? Основная функция термобелья, функционального белья, это в первую очередь отвод влаги от тела человека. То есть чтобы человек все равно потеет при любом своем движении, чтобы влага уходила от тела и, соответственно, человек не замерзал на морозе. То есть это как бы основная функция термобелья. И термобелье, функциональное белье, оно само по себе практически не греет. Оно сохраняет ту температуру тела, которая есть у человека. То есть сколько себя нагреете, сколько и получите. Так оно и останется, да. И я бы дал бы несколько рекомендаций при покупке. Первое. Покупая термобелье, вы всегда должны знать, где вы его будете использовать. То есть, придя в магазин, вы должны, спрашивая термобелье, вас продавец всегда должен спросить, зачем вам термобелье, где вы будете использовать. Если вы будете активно кататься на лыжах зимой, там, бегать по утрам, кататься на велосипеде, спорт, да? Любой активный спорт, зимний или там поздняя осень, ранняя весна, то всегда надо брать синтетическое термобелье. Современное синтетическое белье, оно на 99% не вызывает раздражения и хорошо отводит влагу. То есть основная задача, оно в себя не впитывает влагу, полностью его передает дальше на следующий слой одежды. Ну вот, например, допустим, у нас это польский бренд Viking. Вот такое яркое, красивое мужское термобелье, в котором... можно его использовать. То есть это чисто для спорта? Это чисто для спорта. Это синтетическое термобелье, которое как бы используется, я же говорю, там, для горных лыж, для беговых лыж, для велоспорта. Мы можем его, да, посмотреть? Да, конечно. Мне бы просто интересно еще по толщине. Так, наверное, лучше вы откроете. Здесь я хочу упаковка. Сразу сказать, что на толщину термобелья обращать внимание не надо. Вот. Это тоже важный акцент. Кстати, обращайте внимание, что упаковка должна быть классная. Мне уже нравится еще сама коробка этого термобелья. Так, если то есть вот смотрим... вот это кофта. То есть по толщине, друзья, чтобы вы понимали, но ну, зимнее даже белье и летнее есть. Белье, оно, конечно, отличается по толщине. Летнее вообще очень тонкое. Летом тоже есть термобелье. Конечно. Вот. Зимнее термобелье чуть поплотнее. Ну, если как бы мы уже достали это термобелье, я хотел обратить внимание, что в данном образце есть еще зонирование. То есть, так как под мышками у нас идет больше потовыделения, то здесь стоит немножко другая ткань, которая, соответственно, лучше отводит выводит, пот. Да, это да. Все? То есть, это вот как бы такая как сетка получается. Что еще по зонам смотрим? Вот, да? Ну, по зонам, здесь в данном случае зоны показаны в том плане, что мы перераспределяем тепло, которое вырабатывает тело, на живот, так как он меньше вырабатывает тепла. Вот.
ну и немножко на лопатки, на спину. Угу. То есть так, чтобы мы, когда двигаемся, тепло распределялось равномерно. Если говорим о бирках, да, то, что там должно быть на коробке написано, на бирках самого, самой этой функционального, да, белья, что там должно быть указано, а чего не должно быть? Ну, чаще всего указывают, допустим, для чего это используется. Вот, видим, вот, да, например, здесь пиктограммки, то есть показано проще, чтобы можно было разобраться. Вот тоже, как бы, у поляков, в общем-то, все они делают картинками, так, чтобы, скажем так, все понимали, что есть размерный ряд, то есть здесь полностью показан размер. Угу. В данном случае здесь написано инструкции, да, на разных языках. Есть, это мы видим, то есть смотрите опять-таки на маркировку, скажем так, то, что написано. На это обращайте внимание, но опять-таки, что очень важно, мужская одежда здесь написана, мужская и женская тоже имеет разницу, потому что вот я смотрю, да, у нас есть комплект, где вот уже женская идет. Это тоже... Не только по цвету это отличается, но я так понимаю, и как-то по ткани еще или нет? Нет, по ткани они все одинаковые на самом деле. Угу. А здесь больше по крою, под женскую фигуру, под мужскую фигуру, потому что вторая, ну даже третья основная особенность термобелья, термобелье должно очень плотно обхватывать тело человека, то есть это должно быть как вторая кожа, то есть с одной стороны она не должна вас никак стеснять. То есть это не должна быть, скажем так, разлетайка такая. Она не должна быть вот как вот футболка. Свободно. Да, то есть вы ее одели, она вас полностью плотно обтянула, что штаны, что вверх, потому что как только вы, ну, термобелье работает только в том случае, когда оно плотно прилагает кожи. Дополнительная шкурка, друзья, дополнительная защита. Ну, опять же, надо мерить, потому что, чтобы вас не стесняло ваше движение, когда вы двигаетесь. То есть, вы одели термобелье и не стесняетесь никогда помахать руками, поприседать, вы должны чувствовать себя комфортно. В любом термобелье всегда только плоские швы, вот, то есть, допустим, и, ну, для того, чтобы, опять же, не натирать кожу. Ну, это опять-таки, да, мне нравится, потому что иногда есть, знаете, в украинской мове, знаю, что такое, сегодня день украинской мовы, говорят, на холодную руку пошито. Вот реально бывает такое, а здесь мы вот видим, да, по шву, какой он на самом деле. Ну, и женское обычно они делают, яркое, красивое. Все плотненько, чтобы не натирало. На это тоже обращайте внимание, потому что в носке должно быть комфортно. Если мы говорим, да, о термобелье, есть ли какие-то там гарантии от производителя, сколько там лет оно должно, или здесь как обычная одежда, ну, сколько будешь носить? Это как обычное белье даже, скажем. Термобелье, функциональное белье относится к категории белья, вот, и, ну, во многом зависит от того, как плотно и как часто вы его используете. Вот, соответственно, если его одеваете один раз в год, то оно вам прослужит достаточно долго. Если вы его очень плотно все время используете, то, ну, как любая одежда, она изнашивается. Кстати, что еще хотел спросить, вот, да, я смотрю здесь на маркировках везде и всюду, где написано, где правильно там использовать. Вот здесь мы видим, это виды спорта. Как-то обозначается для городской носки, то есть для ежедневного использования тоже есть? Ну, нет такого обозначения, как бы ежедневное использование. Есть просто рекомендации в том плане, что если, как я уже говорил, вы активно бегаете, прыгаете, то вам надо брать, желательно брать искусственное термобелье. Если вы просто там гуляете с собакой в зимний период, там гуляете с маленьким ребенком, то тогда рекомендуется брать шерстяное термобелье. Оно тоже очень хорошо отводит влагу, но не так интенсивно, как искусственное, но при этом оно лучше сохраняет тепло вашего тела, чем искусственное. То есть оно более теплое, но менее функциональное с точки зрения отвода влаги. Я то понимаю, есть вы не потеете сильно. Вот это как раз есть, да, шерстяное? Вот это, да, вот это в данном случае шерстяное. Ну, упаковки везде, всюду крутые, я прям, знаете, тащусь сегодня от этих упаковок. Если говорим, да, о таком белье, я вот смотрю, есть мультипак, то есть сразу два в одном, да, вверх и низ. Есть, соответственно, вот как эта упаковка, это только вверх. Да, то есть тоже обращайте на это внимание, потому что можно сразу одной же фирмы, одной расцветки купить, сразу одеть себя с ног до головы. Можно же отдельно. Если мы говорим о таком термобелье, функциональном белье, да, что здесь, вот на какие акценты нужно обращать внимание? Ну, я бы, как бы, хотел еще обратить внимание в том плане, что вот, как бы, есть искусственное термобелье, есть смешанное термобелье, когда используется дополнительно шерсть и искусственные ткани, есть шерстяное. ХБшного термобелья, которое достаточно много у нас продается на рынке, не бывает. То это уже не термобелье. Вариация на тему? Ну, это не вариация, это белье.
Это не термобелье, это не функциональное. Да, это просто утепленное белье. Шерстяное термобелье, оно как бы более дорогое, угу, чем обыкновенное, скажем так, синтетическое. Угу. Здесь используется шерсть мериноса. То есть такая специальная овца, у которой очень, вот она, да, очень тонкая шерсть, и которая, ну, не раздражает кожу. То есть, если мы все вспомним, свитера шерстяные, то есть, если одел на голову кожу, раздражение, да, все чешется, мешает и так далее. Да. Вот здесь в данном случае даже показана толщина 16 микрон. Это кстати, вот на толщину еще хотел тоже обратить внимание, потому что вот здесь производитель тоже дает. Вот солнечная погода, да, скажем, теплая, вот когда уже демосезон, скажем так, и зима. Да. То есть разная толщина, опять-таки, и как бы рекомендация уже от производителя, какую толщину нужно на какой сезон покупать, одевать для того, чтобы вам было комфортно. То есть делают все для вашего удобства. Если честно, изучать есть что почитать. Если мы говорим, да, о ценовой политике, мы сказали, что это дороже, это дешевле, но вот хотя бы, чтобы понимать, потому что многие, например, там думают, да, что там за 50, за 60 гривен можно купить термобелье. На самом деле, за какие суммы можно купить и что быть уверенным, что вот в этом ценовом сегменте это реально хорошая качественная вещь, что дешевле это и не найти, по сути. Ну, смотрите, я бы советовал бы в первую очередь покупать функциональное белье, как любое специальное снаряжение, в либо спортивных, либо специальных магазинах. Угу. То есть вы тем самым уменьшаете вариант того, что вы купите что-то некачественное. Плюс то, что я уже сказал, всегда консультант, продавец должен спросить, зачем вам термобелье, угу, и порекомендовать то, которое нужно вам. Второй вопрос, на который надо обратить внимание, что, ну, на сегодняшний момент самый дешевый вариант нормального качественного функционального белья украинского производства где-то начинается от 450-500 гривен. Это за вот этот комплект мультипак? За единицу, да. Угу. Ну, плюс-минус процент, где, как, ну, да, это то, что шьется у нас в Украине. То ткань есть такое тоже есть, и оно качественное? Оно качественное. Ткань привозится европейская или американская, оно шьется в Украине. За счет этого получается неплохое, хорошее функциональное термобелье. Чаще всего оно достаточно простое, без зонирования определенных зон. Ну, оно свою функцию выполняет. Угу. И цена где-то, я же говорю, в пределах там 450-500 гривен за единицу. Угу. Поэтому, друзья, как говорится, вот в этом плане тоже нужно акцентировать внимание, потому что не заниматься самообманом, когда потом мы ждем результата, а, к сожалению, его нет. Поэтому в данном плане, скажем так, не экономьте, потому что тепло должно быть зимой. Ну и вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я еще хочу... буквально пару вопросов. Первый вопрос. За термобельем желательно все равно ухаживать в стирке, то есть, чтобы вы не испортили его свойства. Угу. То есть, стирать с общим бельем не рекомендуется. Вот, есть специальные добавки, которые стирают именно термобелье. Угу. Если их не покупать, если там один комплект в семье, то есть можно прополоскать там в шампуне, потому что термобелье чаще всего... Опять-таки руками лучше, не машинкой, да? Лучше руками. Угу. И второй нюанс, на который я хотел бы обратить внимание, что если вы не планируете двигаться на холоде, угу, вам термобелье не нужно. То есть вот у нас мы сейчас приходят... говорим об активном, да? Да, то есть приходят ребята... Там говорят, я охранник, я стою где-то на улице, охраняю, порекомендуйте мне теплое белье с начесом, хэбэшное, хорошее, но термобелье в этом случае не поможет, будет не еще поможет. Хуже, будет, да? Оно не будет греть, да. Поэтому, друзья, обращайте внимание тоже на эти моменты. Спасибо вам большое, расставили акцент. Если честно, многое для себя почерпнул нового. Я думаю, что наши телезрители тоже. Тому, друзья, утеплитесь. Вже зима, як обіцяють синоптики, зовсім скоро. Знижується і знижується активна температура. Тому будемо утеплюватися по максимуму для того, щоб було комфортно.